В ней примут участие 55 сельхоз- и товаропроизводителей. Они представят молочную, мясную, кондитерскую продукцию и наладят контакты с потенциальными заказчиками. Инфотур проводится в рамках губернаторского поручения и призван сократить путь от производителя до потребителя, минуя посредников, что в конечном счете должно позволить и уменьшить цену. Это будет продано без наценки. То есть, когда покупает оптовое звено, потом его делает свою наценку, перепродает в санаторно-курортный комплекс, естественно, соответственно, цена растет. А когда есть такая возможность, что можно продать сразу напрямую, то есть произвели и тут же продали в санаторно-курортный комплекс, соответственно, и цена будет дешевле. И в санаторно-курортном комплексе и путевки будут дешевле у нас, и питание будет дешевле, соответственно. Ярмарка начинает работу с 9 часов в городском театре. Торжественное открытие состоится в 11:00. Приглашаются все желающие.